Мирзанур Галимов окончил Елабужский учительский институт ровно 70 лет назад в далеком 1952 году и с тех пор связал свою жизнь со школой. Его студенчество пришлось на тяжелые послевоенные годы, когда промышленность и народное хозяйство страны были в упадке. Однако упорный труд и большое стремление к знаниям помогали юноше стойко переносить все тягости жизни вдали от родного дома. Я очень старательно учился. Наверное, я раньше ночи первого часа не спал. Все знали, что я хорошо учусь, стараюсь. Мы 14 человек жили, студентов, в одной комнате. Очень бедное время. По талону хлеб купили в магазин, напротив института был магазин. Если опаздываешь, кончается, и все, останешься голодным. Поэтому один человек из этой комнаты, значит, из 14, или два, выходим 3 часа ночи очередь занимать напротив магазина. Занимаем, и после, как начинается работать магазин, все выходят за мной, значит, все 14 человек хлеб получают. Вот так. Окончив Елабужский институт в возрасте 20 лет, Мирзанур Галимов вернулся в Муслюмовский район, где и начал работать учителем физики и математики в родной Митряевской школе. А спустя 10 лет стал ее директором. За свой долгий путь в профессии, составивший более 40 лет, Мирзанур Миргалимович воспитал сотни учеников. Некоторым из них даже довелось пойти по стопам своего учителя и поступить в педагогические вузы. Надо учиться желанием. Надо быть самостоятельным, уметь держать среди студентов себя. Елабужский институт Казанского федерального университета поздравляет Мирзанура Галимова с 90-летием. Желает здоровья и долголетия, а также выражает глубокую признательность юбиляру за большой вклад в воспитание подрастающих поколений. Карина Саяхова, Универньюз.